Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов GrandStart.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм для мальчиков и девочек. Это цыпленок. Вот так вот выглядит в запечатанном виде костюм цыпленка. Он универсальный. И давайте посмотрим, вот они все вот так, что у нас выглядят запечатанные костюмочки. И давайте посмотрим, распечатаем костюм. Данный костюм подходит на практически в любую сказку. Вот у нас визиточка нашего сайта интернет-магазина GrandStart.ru. И давайте посмотрим костюм, что же у нас входит в набор. В комплекте у нас идет головной убор, такая вот шапочка, посмотрите, с хохолком. Глазки у нас идут, клюв такой вот красненький. Шапочка у нас сзади на резиночке тянется, то есть одевается абсолютно на любую детскую голову, она универсальная. Материал мягенький, прочный, плотный, все аккуратно прошито у нас здесь с обоих сторон. Вот такой вот головной убор. Далее в комплект у нас входят ярко-желтого цвета из атласа бриджи. Они на резинке тянутся, вот можете посмотреть. Внизу по ножке у нас также идет резинка, которая очень хорошо тянется. Просто вот с обоих сторон они однотонные, ярко-желтого цвета. Вот такие вот бриджи. Далее в комплект у нас входят безрукавочка, белого цвета безрукавка из атласа также. И посередине у нас пришит ярко-желтый бантик с такой меховой пушечкой. Смотрите, здесь у нас также все очень аккуратно прошито, вот вы можете посмотреть. Сзади у нас безрукавочка идет на завязочках, по шее завязывается. Далее у нас в комплекте идет такая вот как бы жилеточка. Вот посмотрите, вот такая белого цвета жилетка. Жилетка у нас также идет на завязочках по шее. Здесь уже у нас длинные рукавчики. Они идут у нас как в форме крылышек. И здесь такие по краю крылышек пришиты у нас такая, ну, не желтый такой пушок в форме перышек. Здесь у нас прорезь для ручек идет. Все очень аккуратно также прошито. Сзади жилеточка у нас выглядит вот так. То есть спинка закрыта будет. По верх без рукавки одевается вот эта вот жилеточка, как бы с длинными крылышками. И в комплект у нас входят еще гетры, то есть это на ножке, под низ одевается под бриджики вот эти вот ярко-оранжевого цвета, они в цвет хохолка у головного убора, на резиночке идут у нас. Здесь вот резиночка, все вот прошито, мягенькое, все очень приятное к телу и не жаркое, прочное, но не жаркое. Вот полностью костюм цыпленка, он подходит как мальчикам, так и девочкам. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте GrandStart.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.